Опухоль головного мозга – это одна из самых сложных медицинских операций. Еще пару лет назад пациентов с таким диагнозом отправляли в Москву и Санкт-Петербург. В регионе за это не брались. Все изменилось с появлением системы «Автоплан». Это своего рода навигация для врачей. С помощью камеры хирург видит место, которое ему нужно прооперировать. Из-за того, что врач работает не вслепую, сокращается время операции и кровопотеря у пациента. Без нее четко выйти на опухоли с точностью до 100 долей миллиметра, потому что глубинные опухоли, как в данном случае, хирург не визуализирует. То есть он работает как бы вслепую, наводя хирургический инструментарий, делая доступ, ориентируясь как раз на систему навигации. Авторы проекта – самарские ученые. Работать над ним начали в 2016-м. За все время тестов многофункциональный комплекс успешно зарекомендовал себя в областных больницах. С помощью системы «Автоплан» только в онкодиспансере провели порядка 100 операций. Всего же по области – 900. В прошлом году система «Автоплан» была официально зарегистрирована. Сердце навигации – это, конечно же, ее камера, потому что она несравнима ни с конкурентами, она уникальна. Она уникальна тем, что она работает на оптическом инфракрасном трекинге, она как раз и позволяет, да, проводить навигацию. Разработкой заинтересовались зарубежные медики из Франции и Германии. Мария Левина, Николай Епифанов. События.